Джейн? Это ты? Для чего ты это вообще сделаешь? Джейн, ну подожди, не уходи, ё... Тед, не надо ее догонять. Ну да, как бы здесь место такое у тебя интересное. Ну знаешь, я... Просто вот такой отель, в котором ты живешь сейчас, ну, я помню те времена, когда я бухал, да, и... Как бы, да, конечно, не очень, конечно, я был тоже в отчаянии, как ты. Ты хочешь, чтобы я с тобой вместе туда пошла? Да-да, я... у тебя есть выбор. Лили мне дала выбор и забыть все помогла. Ну, не знаю, мне кажется, что это навряд ли на меня сработает. Ну, мало ли, что ты знаешь. Знаешь, Лили, как бы, она реально помогла мне, и я думаю, что тебе тоже надо попробовать, ведь тебе надо пустить жизнь в новое русло. Да, может быть, ты правильно говоришь, но все-таки я не хочу думать о том, что ты говоришь. Ну ладно, ладно, ёпта. Ну слушай, ёптить, ну что ты меня уговариваешь? Я и так все знаю, много чего знаю, ёптить. Так что навряд ли мне это сработает. Слушай, ты, конечно, все знаешь, что мы... Ну ладно, ладно. Слушай, ёпта. Ну послушай, блин, я сейчас, видишь, в нормальном форме, и Лили показала мне, что мой сарказм и все мои остальные действия — это полная херня на самом деле. И я пробую как бы начать новый лайф и с нуля. И мой дух, кстати, реально сейчас лучше стал, чем был до этого. Мейсон, ты, конечно, мне тут говоришь всякое, но мне спать от этого хочется. Может быть, ты меня разбудишь и скажешь что-нибудь нормальное? Джин, я... Мейсон, ну давай. Я хочу, чтобы ты что-то сказал от того, что ты раньше говорил. Тот старый Мейсон, который был тогда. Джин, и хватит, ёптам. Слушай, ну давай, припомни, Мейсон, припомни, это я, Джин, ёпта, бля. Я знаю, кто ты настоящим. Ты ни хрена не изменился, ты просто играешь свою роль, ёптва. Ты водишь всех за нас, бля. На самом деле ты ошибаешься, Джина, я изменился в реальности. Может быть, ты изменился? Бля, а ну-ка повернись ко мне и покажи, каким ты был раньше, ёпта, блядь. А ну быстро, давай, топай ко мне, блядь. Знаешь, я понимаю, что ты юморная баба, конечно, но на самом деле я тебе могу сказать, что ты должна с Лили встретиться. Лили, что Лили? Хули ты доебался до меня с этой Лили, блядь? Почему бы тебе не прийти и не посмотреть на нее, как бы, я организую вечер, как бы, и ты могла бы туда сходить, затусить, посмотреть, что да как. Ты что, хочешь реально? Ну что, что ты мне там хочешь? Слушай. Ну, ладно, окей, я приду сегодня и посмотрю, что там происходит за дела. Ну ладно, заебись. Ну, в общем, Сиси тоже туда придет, значит, и я буду, и как бы я посмотрю на вас всех. Да, хорошо. Может быть, сейчас ты, наконец, на правильный путь ступишь, ёпта. Для вашего разума Эдлиши сегодня вечером будет День Святых. Тен? Не забудете этот вечер. Приходите к Лили Лайт на вечер вдохновения и доброты и суперской жизни. Я забыл упомянуть, что письмо с заявлением о моей отставке уже послано в службу окружного прокурора. Отныне все мое время и силы отданы Лили Лайт. Я буду его главным финансовым и юридическим советником. Он ёбнулся. Спятил? Я была на пресс-конференции. Мне показалось, это очередной розыгрыш. Да серьезно? Ты думаешь, что он в реальности изменился, ёптясь, блин? Слушай, блядь, ты... Я думаю... Ну, слушай, мне кажется, что не все просто так здесь. Ситуация не очень такая... Я не доверяю этому Лили Лайт, блин. Не могу поверить в это. Это охуенная схожесть, блядь. Она похожа на кое-кого. Ну, ладно, ладно. Я пойду, Кейт. Привет. Я слушаю тебя. Я была в госпитале и с Сантаной тусила.
Ты Сантану видела и чё ты мне сразу не сказала? Что там? Я хочу сказать тебе, что она хочет, как бы, чтобы... Ну, понимаешь, она не признает свою вину. Куда я только не звонил, Джулию никто не видел. Да релакс, Лайнел, ёпта, чё ты, бля? Ну всё заебись будет, нам надо разыскать её. Джулия должна передать деньги. Это требование похитителей. Время на исходе, Лайнел. Предлагаю следующий план. Я поеду к ней домой и поговорю с соседями. Затем обзвоню все рестораны и обойду их. Если Джулия не будет найдена, то я сам отнесу им деньги. Подожди, ёпта, Лайнел, чё? Лайнел, я не доверю тебе деньги, ёпта, бля, поэтому в назначенный час я сам пойду на причал. Ну хорошо, как знаешь, но только не опаздывай. Я пунктуальный человек. Не заявляй в полицию, Сиси, ладно, жизнь моей жены как бы под угрозой сейчас. Разыскивай Джулию. Он потерял всяческое самообладание. Дорогая, я не могу положиться на Лайнела в таком состоянии, он забудет деньги в такси или в баре. Какая жалость. Не понимаю. Какая жалость, что в момент ужасной трагедии вы не смогли найти путь к примирению. Помириться с Лайлом? Да не смеши меня, ёпта. Вы очень похожие люди. Вместе вы непобедимые. И все заебись у вас. София, это утопия. Си-си, ты же ему помогаешь. Любимая экстремальная ситуация вынудила нас заключить временное мирное соглашение, потом опять вернется. Все могло быть по-другому, не. Мы никогда не будем друзьями, так что забудь об этом. Что ты хочешь от меня? Обязательно поговори с Сантаной, нахрена. Круз, она же очень... Сдумаешь, мне... Слушай, мне и так известно, что в каком она состоянии. Ты забыла, что ли? Я все понимаю, но я хочу, чтобы ты с ней поговорил, понимаешь, блядь? Джулия, пойми нахрен, она не хочет сейчас со мной встречаться, мы уже с ней обговорили все, как бы, но я могу сказать, что она мне сказала, что она хочет только одно, свобода, чтобы была у нас обоих. Как бы, я хочу, чтобы у нее все было заебись, блядь. Хейли, ты что сделала? Нахрена ты так поступила с Джейн, блядь? Ты поступила хреново, блядь. Возможно, но ей было совершенно похрен на твои чувства. Не исключено. Тед, она использовала нас. Она была готова как бы от стыда спрятаться, да? Мне сложно в это поверить, блядь. Зачем она разыграла этот спектакль? Не знаю. А Роксана и Джейн это два разных человека. Джейн скрывала порочную сторону своей натуры. Да, но... До определенного предела. Она ненавидит, как бы, ну, Роксану, но старается походить на нее. Такого я от него ее не ожидала. Я тоже исчез. Она сама виновата. Почему она ничего не рассказала мне? Ну, ты знаешь, ты тоже раз, как бы, скрывала с Джиной свою связь. Это другой случай. Ты давно знал об этом, а Джейн? К чему ты клонишь? Это был тактический маневр, ёпта, блядь. Ты специально это подстроила нахрен, да, блядь? Я следила за Джейн, и мои подозрения подтвердились только сегодня, нахрен. Я только сегодня зафиксировала, что она такая. Слушай, я зол сейчас на тебя. Я, блядь, думаю, что ты специально подставила нахрен её, блядь. Ты уже опять, ну... Слушай, Джейн тобой манипулировала, и ты, блядь, все равно хочешь ее защитить. Ты что, дурак, что ли? Я тебе еще раз говорю, нахрен, хватит. Что хватит, блядь? Слушай, я тебе хочу сказать, нахрена ты это сделала, блин, пойми. У нее проблемы, нахрен, я хочу ей помочь, блядь. Да, конечно, блядь, но в следующий раз, нахрен, блядь, не обращайся ко мне, если что. Ты, слушай, ты тоже помогай давай, блядь. Че ты нахрен, блядь, так ответила мне? Я, знаешь, что я хочу сказать? Ты, блядь, все время своей Роксаной хочешь, так иди к ней, блядь. Че ты нахрен со мной тут разговариваешь, ну? Иди к своей бабе нахрен, чё ты ко мне нахрен, тебе похуй на всех на самом деле, блядь. Знаешь, что я тебе скажу нахрен, блядь? Что ты очень похожа на Джину, блядь. Ты такая же плохая баба, как и она нахрен. Вы обе одинаковые бабы нахрен, ты просто копия Джины.
Поэтому пошла ты нахрен, баба нахрен, ты джина. Какая встреча, апостол Мейсон. Я видел твое интервью. Привет, Кейт. Мне приятно, что ты не обиделся. Да не, ты чего, ёпта, зачем мне обижаться? Нет, Мейсон, мы с тобой кореша, расскажи мне о Лилии. С удовольствием. Приходи к нам пораньше сегодня, ладно? Я познакомлю тебя с Лили. Честно говоря, мое любопытство было задето, и я провел небольшое расследование. Напрасно стараешься, Кейт. Ты не сможешь ее дискредитировать? Не смогу, да. В мои руки попало ее фото. Очехуенное сходство с одной известной особой, блядь. Я приду. Договорились? Когда? Пораньше приходи. К 9 вечера приходи. Да, смогу, конечно. Отлично. Я буду непременно. Спасибо тебе, Кейт. Джулия! Я рад тебя видеть, баба, ёпта. Ну что? Вот вам, как бы, вот посмотрите, что там можно. Можно я сегодня обслуживать инспектора Кастильо вместо вас? Понимаю, миссис Кэппл. Привет, ёпта, блядь. Меня зовут Иден, и я тебя буду обслуживать нахрен. А ну-ка, заказывай, что хочешь, блядь, мужик нахрен. Джулия, ты охуенная баба? Да. Да. Я часто тебя вспоминал. Неужели? Я рад, что тебя встретил. Мне нужно с тобой поговорить. Мейсон, ну поговорим как-нибудь в другой раз. Ты не беспокойся, ёпта. Разговор будет о другом. Джулия, после того, как с Мэри произошло, как бы я там печали был, ярость у меня была и все такое, бля, собственная вина была, эмоции были не очень позитивные, как ты понимаешь. Ты прости меня, Джулия, что я на тебя выебывался после этого. Ты шутишь? Я как бы свою... Ну пойми, Джулия, ёпта, блядь. Я полностью изменился, блядь. Я тогда был полностью, ну, как ёбнутый. А сейчас реально я на правильном пути. Ну неужели? Да все заебись. Я тебе хочу сказать, что я... Принял факт, что у меня крутая жизнь теперь, что сейчас все заебись, что все охуенно, блядь. Я понял, что теперь впереди нас ждут великие времена, ёптять, блядь. И ты, Джулия, тоже крутая баба на самом деле. Никто не виноват, даже не Марк Маккормик ни в чем не виноватая. Ты просто была свидетель в том деле и все такое. Что ж, я рада, что ты это говоришь и не знаю, что ответить. Да не надо ничего отвечать, ёпта. Я думаю, что ты нормальная баба и все заебись. И ты приходи к нам встречу с Лили Лайт сегодня вечером, а, баба? А ну-ка приходи, ёпта, бля. Ну да, могу. Я думаю, что ты сможешь прийти и ты с ней поговори, ладно, блин? Мейсон, ну я, конечно, понимаю. Ладно, я приду. Хорошо, давай. Я как бы... Ну, я попробую прийти, да. Я рад этому. Джулия, выручи меня, ёптвоя, где ты была? Я ж тебя искал по всем ресторанам, блядь. Слушай, мне нужно, чтобы ты помогла, ёптвоя. Похитители хотят, чтобы ты деньги принесла. Заходите, ёпт. Хелло. Как называются духи? Мой грех? Остроумно. Джина, у меня одно маленькое дельце. Посмотри рапорт. Зачем мне это делать, ёпта? Ты что, я мне так надоело, что там Мейсон говорил. Ты не боишься, что мне это все... Слушай, ты это материал о Лили Лайт. Ты хочешь посмотреть на нее? Не-не, когда я собираюсь уходить сейчас. Вряд ли она прилетела с Марса. Скорее всего, ее разыскивают за мошенничество, а? Давай через полчаса я с ней лично встречусь. Нет, мне кажется... Тебе все-таки стоит взглянуть на снимок. Сколько раз тебе повторять? Я встречаюсь с ней через полчаса. Нахрена мне твой снимок, блядь? Неужели тебе неинтересно ее фото посмотреть? Я спешу. Всего хорошего. Когда будешь уходить, захлопни дверь. Джина. Пока. Потом не говори, что не предупреждал. Лайнел останется здесь, когда Джулия будет относить деньги, время на подходе. Да, дорогой. Я горжусь тобой, мужик.
Представь обратную ситуацию, если бы тебя похитили. Лайнел поступил бы точно так же? Я бы, знаешь... Это пиздец, конечно. Ты нашел Джулио? Да. Ты приготовил бабло. Спасибо, братан, ёпта. Спасибо за все. Желаю удачи. Вам обоим. Спасибо. Дальше ты пойдешь одна. Джулия, выполняй все их требования. Все в порядке. Выполняй беспрекословно. Помни, на карту поставлена жизнь Августы, а может быть и твоя тоже. Береги Джулию. Я знаю. Прости, я оставил тебя без прикрытия. Не беспокойся. Ну, послушай, ладно. И как бы, ты держись, ладно. Я как бы... Я за тебя буду пальца держать, да, и... Чтоб заебись, у тебя все было, нахрен. Вот так, да. Все, да, хорошо. Не волнуйся, все заебись будет. Знаешь, что ты еще хочешь мне сказать? Там, ну, ты уверен, что ты хочешь, чтобы я пришла туда сегодня? Ну, в принципе, на самом деле, я очень хочу, чтобы ты пришла в любом случае, ёпта. Как бы на эту встречу. Я надеюсь, ты выберешь время. Ну, я попробую. Знаешь, Иден, я очень о тебе волнуюсь, на самом деле. Но я думаю, что у тебя все будет заебись, и Лили поможет тебе в этом. Ну, на самом деле, я подумаю. Ну, да. Да, я думаю, что все заебись будет, да. Вот кое-что тут приготовили. Вот это для инспектора Кастильо. Супер еда, как бы. Можете ему дать, я охуя... Хорошо, спасибо, very much, да? Enjoy, да, okay? А вот я... О, ни хрена себе ты мне, чё ты мне понесла, ёпта, чё там нах, чё, никого нету больше в ресторане? Ну знаешь, вам может быть еще кое-что добавить к салатику вашему? Иден, чё такое, что тут с тобой сегодня? Ну знаешь, мне нравится в вашем обществе быть мистер Кастильо, вы охуенный самец, мужик, доминант, альфа и все такое. Ну ты мне комплиментами забросала. Ну конечно забросала, бля, я тебе, знаешь, ты мне нравишься, мужик такой суперский, Кастильо, мистер Кастильо супермен, о-о-о. Злишься, да? Бесишь, да? Да не волнуйся ты, ёпта. Жень, слушай, я хочу извиниться тебе, ну, что так все произошло, бля. Теперь уходи. Да ладно, я останусь. Да давай иду я. Джей, ну тихо, девочка, надо поговорить. Ну, садись, а, плиз. Ответь мне на один вопрос. Ты хотела меня соблазнить? Да, Тед. Хорошо. Предположим, что твоя затея удалась бы. А теперь объясни мне свои мотивы. Расскажи, я способен понять. Это игра. Я отношусь к этому как к игре. Ты не первый... Что у меня был, но я не могу объяснить мотивы и влечения. Мне бесит женщин, похожих на Роксану. Интересное объяснение. Ты считаешь меня сумасшедшей? Да нет, конечно. Ну, Джейн, ты нормальная баба. Я очень счастлив, что с тобой знаком. Конечно, я понимаю, что тебя не устраивает кое-что. Я хотела, чтобы мужчина знал Роксану и возненавидел ее за ее продажную душу, блин, за ее дела хуевые. Я так хотела. Да, Джейн, я не верю тебе. Это другое мнение. Несложно объяснить. Женщины легкого поведения добиваются всего через мужчин. Так действовала моя мамаша. Она всегда так делала. Твоя мать? Да. Она была гроссмейстером, а я прилежная ученица, она меня многому научила. Сейчас я с легкостью могу окрутить любого мужика нахрен
любого соблазнить могу, бля. Понимаешь? Это проявление власти. Ну, я стремлюсь получить эту власть и одновременно ненавижу свое желание. Ты ненавидишь себя? Знаешь, завидую. Завидую чистоте, непорочности, женственности, которая есть у Хейли. Зависть — это ужасное чувство. Да. Ты интересная личность, на самом деле. Знаешь, я не согласна. Знаешь, я попробую угадать. Ты выбрала неправильный образ, на самом деле. Я думаю, что тебе надо было быть самим собой, ёптить, и... А ты прямо эксперт в этом, да, нахрен? Я помогаю тебе, ёпта, я хочу помочь тебе, а ты начинаешь опять. Ну, слушай, не надо. Неужели ты думаешь, что... Жен, слушай, ты нормальная баба, давай, возвращай нахуй комплексы свои к ебеням, уничтожай, блядь. Я хочу тебе помочь, ёпта, бля. Я хочу, чтобы ты была релаксированнее, бля. Чтоб ты реально была такая, знаешь, как реальная Джейн. Нахрен ты, блядь, играешь эту роль, блядь. Эй, бэби, нахрен. Давай, нахрен, зацени мою бицуху, бля. А? Давай, баб, ёпта, нахуй. А ну быстро, камон, ёпта, блядь. Давай топай ко мне, блядь, мои объятия. Да, класс, получается. Вот именно, иди сюда, видишь, я просто как бы роль показал, которую я могу сыграть. А ты то же самое делаешь. Ты же знаешь, что лучше будь собой. Да, ты, конечно, юморной мужик. Да, конечно, я юморной, ёпта. Давай вместе тусим, баба, крутая, сексуальная. А, камон, ёпта, блядь, ну... Да, да, я знаю, что ты крутой. Расскажи что-нибудь еще. Да ладно, иди ко мне, о. Йоу, баба! Ты одна? Да. Опусти кейс на землю, нахрен, и сюда подвинь, нахрен. Где Августа? Заткни ебало. Я хочу, чтобы все было заебись и что за мной слежки не было. Если никого не будет, все будет заебись, нахрен. Если не будет, нахуй, тебя пиздец, поняла, бля, не выебывайся, оставайся здесь, поняла, бля, да? Я заметил, что кто-то вышел, но не успел его рассмотреть. Где Августа? Она будет освобождена после того, как все будет записано. Слушай, ну ты веришь ему? Ну а что оставалось делать, блядь? Ну, мы не можем, как бы... Слушай, я надеюсь, что все будет заебись, конечно, чтобы Августа все заебись было. Надо бежать и смотреть, что там происходит. Да, вот так вот. А? А? Августа! Любимая моя. Свитхарт. Августа, с тобой все заебись? Привет, Лайнел. Привет, Джулия. Ты жива? О, Дарли. О, хорошо все. О, Августа, я так рада. Надо сказать, ты выглядишь замечательно. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Лайнел мне все рассказал. Синяки, ушибы есть? Нет, мне повезло. Рассказывай, Августа. Похитители обращались со мной вполне сносно. 2 дня меня держали в каком-то чулане, на хлебе и воде. Ты видела их лица? Нет, это было невозможно. На них все время были маски. А голоса? Они разговаривали со мной иногда, но поразительно монотонным шепотом. Тот человек тоже шептал.
И это очень странно. Когда ты лишён всего, то твой взгляд на вещи радикально меняется. О чём ты? Я провела в их обществе довольно много времени. Возможно, это покажется странным, но я начала понимать их точку зрения. Ты шутишь? Нет, в некоторой степени я даже симпатизирую им. Я поняла их мотивы, они пленники обстоятельств. Эти люди преступники. Конечно, они преступники. Но когда они выпустили меня из чулана и стали прилично кормить, я почувствовала себя на вершине мира. Это психологическое. Да-да, им удалось вывести меня из привычного равновесия. Я не боялась за свою жизнь. Я боялась за них. Ты шутишь, что ли? Я знаю, моей жизни угрожала опасность. Слушай, надо было ФБР позвонить. Нет, почему? Сиси, я думаю, что это бессмысленно. Ты хочешь вернуть деньги, это вполне понятно, но у нас ни одного доказательства нет. Мы не знаем, как выглядят преступники и где они меня прятали. ФБР все это выяснит, ёпта, там профи работают, пойми нахрен, они добьются результата. Я отказываюсь заявлять ФБР. Ты чё, совсем ёбнулась? Августа, тебя могли замочить, бля? Си-си, я настаиваю. Моя жена перенесла тяжелые испытания. Этот кошмар продолжался несколько дней. Августа должна прийти в себя сначала. Она не готова к утомительным допросам. Я всё понимаю, но нельзя терять ни секунды. Ты хочешь вернуть деньги. Но Августа не в состоянии отвечать на вопросы полиции. Нет, Си-си, это исключено. Я поеду домой. Си-си, ты получишь свои деньги. Я постараюсь вернуть их как можно скорее. Не надо звонить в ФБР, да, и Августе нужен отдых. Как знаешь, но ты совершаешь ошибку. Ну, поговорим обо всем завтра. Хорошо, спокойной ночи. Я вам очень благодарна. В чем дело? Что-то здесь не так, ёпта, бля. Я чувствую здесь какой-то подвох, бля. Девушка, у меня аппетит пропал. А чё-то ты притаращилась сюда? Ну, это кое-что. А это что такое? Ну, гранатовый сок, короче, здесь. Вот, пожалуйста. А ну-ка сядь отсюда нахрен, блядь. Ну... А ну чё ты, блядь? Ну, давай-давай, ко мне подсаживайся. Я только хочу, чтобы всё было заебись у нас. Thank you, да. Нихуя себе, бля. Ну, камон, иди, бля. Знаешь, мне нравится, что ты так делаешь. О, нет, о, нет. О, ни хрена себе. Слушай, надо нам достать, потушить это все. О, нет. О, нифига себе. О, нет, началась водичка, льется. Oh, no. Она не хочет, чтобы полиция как бы тут участвовала. А что я могу сделать? Бля, пусть она отдохнет, ёпта. Ну да, Сиси, действительно, пусть они отдохнут. Да, я понимаю, но мне кажется, что нам надо все-таки обратиться в полицию, ёпта. Произошло же преступление, какого хрена? Августа не хочет, но я хочу, блядь. Мои же деньги, ёпта, блядь. Понятно. Но все-таки на данном случае лучше повременить. Ну... На самом деле я не хочу временить. Я бы хотел вернуть свои деньги, ёпта, блядь. Ну ладно, ладно, где? Приветики. Я рад, что вы идете со мной. Кстати, я пригласил на эту встречу еще нескольких гостей. Мейсон, надеюсь, твой прием не затянется на всю ночь. Не беспокойтесь. Я думаю, что все будет заебись. Встреча с Лили восстановит твой запас энергии, да? Она поможет тебе открыть новый ресурс в себе. Отлично, отлично, это будет охуенно, блин. А, добро пожаловать, приходите. Полагаю, нет нужды никого представлять. Нет, добрый вечер, мистер Кэппл. Добрый, господа. Очень милое платье, София. Спасибо, Джин. Ну, тогда не будем терять ни минуты и отправимся, короче, туда. А Лили там подготовится, как бы все заебись будет. А мы, да, ну-ка быстро идем в сад.
Мейсон. Да, Батон. Расскажи мне правду. Мы, конечно, посмотрим спектакль, затею твою, все такое. Что ты замутил, бля, брат? Батон, я ничего не мутил, ёпта. Я хочу реально, бля, жизнь новую начать. А раньше я понимал тебя больше, чем сейчас. Наберись терпения. Сегодня ты все узнаешь. Ты познакомишься с Лили? Не исключено, что ты изменишься сам. Маловероятно. Всякое может быть. Пойдем. Опаздывать, как бы это дурной тон. Что ты делаешь? А как ты сама думаешь, я сегодня переезжаю, Джейн? Моя мать, как всегда, где-то путешествует. Какое-то время я поживу у нее. Мне очень неловко перед тобой. Не надо извиняться. Во всем виновата только я сама. Это была, короче, игра моя, и хорошо, что ты прекратила ее. Сори. Не надо. Сама любопытная, что я сама хотела все это завершить, блин. Но не знала, как это сделать. Вот значит, обойдемся без извинения, я все объясню. Не надо. Хейли, выслушай меня. На эту тему говорить очень непросто. Какое-то время мне казалось, что такие женщины, как Роксана, привлекают мужиков. Поэтому я выбрала для себя такую роль. Ну, посуди сама, ёпта. Кого заинтересует девушка по имени Джейн? У меня мало опыта в любовных делах. Как раз наоборот. Ты Теда заманила к себе. Я завидовала тебе, пиздец, как нахрен. Знаешь, я не могла так просто с Тедом замутить, как ты, блин. А вот ты, баба, ты нахрен его смогла привлечь. Ты что, завидовала мне? Конечно. Ты что, не ожидала, блин? Зачем нахрен? Ну подожди, ёпта, бля. Ну ты не виновата, нахрен. Джейн, я как бы могу тебе помочь. Ну, мы же все-таки подруги, типа... Подруги? Ну, конечно, подруги. Ну, я тебе помогу, хочу, ёпта, блин. Ну, я не понимаю, чем ты можешь помочь мне, ёпта, блин. Сегодня я не знала, что ты на самом деле настоящий человек. Я тебя увидела, что ты настоящая, реальная баба. Ну да, понятно, конечно. Ну, послушай, все заебись. Джейн. Да, Джейн, ну, Роксана или Джейн, неважно, кто ты, на самом деле ты настоящая, реальная, человечина, баба, короче, ну, суперская баба, короче, блядь. Августа, ёпта, блядь, ну, что это за хуйня? Ну, послушай, я домой хочу, я знаю, да. Что-то здесь не так. Почему ты нахрен такая напряженная? Ну, знаешь, мне надо вернуться домой, Августа. Я вообще переживал, как бы. Я еле-еле у него деньги достал. Ну, послушай, я понимаю всю твою ситуацию, короче, но, знаешь... Камон, Августа, что за хуйня? Лайнел, не надо начинать, как бы. Орайт, орайт. Если ты не хочешь, как бы, со мной тусить сейчас, то позволь мне к тебе приблизиться. Я не хочу возвращать наши отношения. Я не вернусь к тебе. Все кончено, Лайнел. Ну вот, здесь начнется кое-что. Да, я рада, что мы вот так... Знаешь, мне нравится с тобой тусить, моя баба охуенная, бля, кайфовая. Ну я тоже с тобой люблю тусить. Я думаю, что ты охуенная на самом деле. Я тоже думаю, что ты супер мужчина, ёптва. Любая баба завидует такому мужику, как ты, когда ты у меня такой мужик. И что дальше? А я хочу с тобой вместе затусить и потрахаться. Ебутся! Ебутся! А ебутся, бля!
Голые уже, пиздец, они ебутся или ебались, хрен поймешь, они уже ебались или ебутся, или после ебали, что у них там, блядь? Ну чё, около камина они тусят, блядь, в своем стиле, ёпта, голые, полуголые, а, ну они разделись, значит уже ебались, скорее всего, блядь, то есть они уже поебались, нах, они уже поебались! I'm sorry, но мы закрыты на сегодня, ёпта, ну поэтому вам надо съебывать отсюда, бля. Ладно, ладно, сорян, что... Ну слушай, можно немножко потусить? Вот тебе... Бери мани-мани, да и... О, ну... Окей, мистер Локридж, но... Вы должны покинуть через несколько минут, я понимаю, братан, все. Давай туда пойдем. Августа. Еще я не понимаю, рассказывай, что происходит, бля. Я полюбила нового мужика. О чем ты говоришь, бля? Я в любви с другим мужиком, который меня похитил. Невозможно. Че, съебнулась, что ли? Это невозможно. Так произошло. Это какая-то игра. Это игра, рассказывай, ты играешь со мной сейчас? Эй, хочешь поиграть со мной? Давай поиграем, ёпта, бля. А ну сюда. Во. Ну иди, поиграем в игру, ёпта, блядь. Давай, иди сюда. Да. Давай. Ты в круге правды, ёпта. И я хочу знать всю правду, Августа. Правда такова, что я в любви с другим мужиком сейчас. Это похищение было запланировано. Мы хотели вернуть часть денег, которую Сиси присвоилась себе. Лайнел, я не могу оставить тебя без цента в кармане. Не, я отказываюсь тебе верить. Возвращайся домой, Лайнел. Там ты найдешь кейс с миллионом баксов. Это мой прощальный подарок тебе. Нет, камон, Августа, нет. Лайнел, ты меня слушай, преступники похитили тебя. Нет, Лайнел, никто меня не похищал. Забирай деньги, выкупи дом своей матери и живи спокойно. Ты ёбнулась? Я никуда тебя не отпущу нахрен. То у нас тут такой суперинспектор? Камон, назад, блять, сука, давай еще раз пошли. Кто у нас такой суперинспектор? Камон, иди возвращайся ко мне, а ну быстро ко мне, блядь, сюда нахрен. Я пойду и вернусь к тебе, сейчас приду. Что? Слушай, че ты уходишь? А ну камон, ёпта, бля. Ну да-да, сейчас что-нибудь... Да-да, иди сюда. Чё это у нас тут? Где? Вот здесь, ёпта, блядь. Что там звенит нахрен, блядь? Чё в этой коробке, блядь, нахуй, а? Чё там, Кастилия нахрен? Какая-то информация секретная, блядь, ты чё там? Ну? Сейчас посмотрим. Ну там ничего особого нету, ёпта, вообще-то. А теперь? Не, нет. Вот посмотри, что это. Это что такое, блин? Это такое, что такое, бля. Я рада, что ты пришел потрахаться. Я пришел. Я, кажется, у себя дома вообще-то, бля. А это что такое, блядь? Не знаю. Ну, просто вещичка какая-то охуенная. Что там за история у тебя? Ну, давай рассказывай, блядь. Ну, может быть, расскажу. Не хочешь рассказывать? Вот именно. Крыс, Кастильо, ёпт. Иден, рассказывай, что за хуйня? Ну, не собираюсь пока что.
Ну, не исключено, что ты сумеешь меня уговорить. Ты так думаешь? Попробуй. Окей. Я попробую. А теперь я попрошу всех соблюдать тишину. Лили не любит, когда ей мешают. Welcome всем, братья и сестры! Похоже на меня.